вот, ребят, смотрите, я шла в зоопарк и выслала сюда. Я думала, ты будешь пару кусочков того и того, а А если по факту, то я шла, походила и вышла. Ну, вы с девочками, с одноклассницами подурачились немножко? Да. Подурачились. Мы уже успели потерять учительницу, найти учительницу. Понятно, что то, что мы нашли 4591 раз корову. Так вот, если по факту, то сперва мы пошли в зоопарк, мы ждали 20 минут, пока мы выйдем, потом 20 минут ехали, потом 20 минут мы ждали, пока нам дверь откроют, получилось, потому что мы час ждали, когда едем. Потом мы пришли, нас поделили на команды, ну, вообще сперва мы поделили, короче, мы взяли за речки наши командочки и побежали. А нет, еще там 20 минут стояли, и уже такая, ой, соснушка, ой, соснушка. Да, уже поздно, сейчас видно. Вот. Сколько времени? 6-12. Побежали. Сперва мы увидели жирафа. Природное явление. Он один из самых больших и высоких животных в этом мире. Не смотрю на него. Это не то явление цветочков, цветущиеся явления. Это, наверное, любовь.